Глава администрации Знаурского района Алан Гобозов поздравил преподавателей района с профессиональным праздником. Он выразил учителям признательность за их ежедневный труд. По словам Гобозова, именно благодаря педагогам в Знаурском районе растет новое поколение ответственных, умных и сильных граждан. За чуткость и терпение, мудрость и доброту, за самоотдачу и искреннюю преданность профессии педколлективы школ района получили благодарственные письма и памятные подарки от главы администрации Знаурского района. Дорогой коллектив Бекмарской средней школы, поздравляем с Днем Учителя, желаем профессиональных побед, верных решений, лучших учеников. Спасибо за ваши знания, мудрые своевременные советы, стрессоустойчивость, любовь к детям, счастья, мира и терпения. Благодарственные письма получили и коллективы дошкольных образовательных учреждений и Дворца детского творчества. Учителя, в свою очередь, выразили благодарность руководству района за проявленное внимание к их преподавательской деятельности. За благородный труд и преданность профессии педагогов профессиональный праздник поздравила и начальник отдела образования администрации Знаурского района Эльвира Габараева. Сегодня у нее двойной праздник. Она отмечает и день своего рождения. В заключение торжественной церемонии, посвященной Дню Учителя, руководство района еще раз отметило важность данной профессии в развитии общества. Анжела Кукоева, Заур Устаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.